Доброе утро, Тодор. Доброе. У тебя через 5 минут встреча. Может, попробуешь вылезти из постели? Вставай! Ты просто нечто. Фильм Спайка Джонса. Тодор, я прочитал твои письма. Ты недавно расстался с женой. Ты не в меру любопытна. Ты считаешь? Ничего, привыкнешь. Что такое семейная жизнь? Иногда очень приятно, что в твоей жизни есть кто-то еще. А как в жизни может быть кто-то еще? Девушка, с которой я встречаюсь, Саманта. Она операционная система. Операционка? Расскажи мне о ваших отношениях. Мы с ней очень близки, говорим о чем-то, и мне кажется, она рядом. Я хочу узнать все обо всем. Я хочу познать саму себя. Я желаю тебе этого. Не останавливайся. Еще. Любовь — это такая форма социально допустимого сумасшествия. У тебя роман с компьютером? Она не просто компьютер. Ты хотел жену без забот и проблем, чтобы не менять из-за этого свою жизнь. Я рада, что ты такую нашел. Я не знаю, чего хочу. Никогда не знаю. Неужели мне не хватает сил на настоящие отношения? А эти, по-твоему, не настоящие? Я чувствую засевший в тебе страх. Тебе избавиться от него. Ведь тогда ты бы не чувствовал себя таким одиноким. Ты великолепна. Мы в этом мире ненадолго. И пока мы здесь, я хочу получать от жизни удовольствие. Я никогда и никого не любил так, как тебя. Спасибо. Мы оба научились любить. Она. Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара, Оливия Уайлд. Автор сценария и режиссер Спайк Джонс.